Известный своей ревностью к успехам талантливого старшего брата, решил пойти по пути содержанок и купил себе премию «Лидер индустрии, менеджер года». По информации наших пташек, статуэтка обошлась Антону недорого, всего в 10 тысяч долларов. М? Давай 50. Солиднее. Да, да. Согласились? Это когда выйдет? Ну, телеграм-каналы сегодня в течение дня штук 5, и вечером пресса подтянется. Шикарно. А ты думаешь, он себе реальную премию купил? Нет, блин. За гениальное управление компанией дали. Ничтожество.